Здравствуйте, любители пошаговых стратегий! Это продолжение моей партии за Голландию в Sid Meier's Civilization 6. Вы слышите Алексея Халецкого, и я вас прошу перейти к первой серии этого сериала, если вы смотрите не с самого начала. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к видео. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Посмотрим, что тут по развитию всех 127 науки, но у меня больше, ну... Не сильно я отстаю по науке, слава богу. Я бы даже сказал, что... Вот меня удивляет Испания и Мапучи, почему они отстают. Ну, больше всех науки у Кри, но это ладно. Вот с культурой у меня проблемы. Честно говоря... Только сейчас пришло, что Лёша достроил Квилл. А это не то чудо. Ну, по военную тут все начинают уже побольше армию делать. Ну, у нас с персом и с испанцем меньше всего. Ребята, уже 17 городов в даосизм обращено. Грустно. Ну, Арчем города большие, он может построить по одному священному, я думаю. По 120 вер это не так очень много. Нет, я думаю, что всем надо основать веру. Всем не получится. Сейчас будет промышленная эпоха. Смотри, сейчас будет промышленная эпоха. Там остается тогда последний пророк. Ну, так я и говорю, надо брать срочно и всем. Иначе стало всем хадом. Покупайте их, чё, 650 голды за пророка, разбирай. Все равно ставить-то некуда. Потом построишь в случае чего одно место. Нет, там смысл в том, чтобы построить в нескольких городах и основать тогда сразу три, допустим. Вот в связи с тем, что великие люди, там следующий, там торговец, ученый стоит 840 очков, то вот этот ученый, который дает 20 очков великих людей бесплатно для найма текущих и будущих великих людей, это, конечно, такое слегка трололо. Ну, нам тут 1000 нужна, вот вам 20 бесплатно. Правда, не суть. Может, 20% будет возвращать компенсацию? Нет, там ровно 20 идет. Не, я знаю, раньше хорошо работал с Бразилией там. Думаю, Сандра, ты долго будешь избаваться над этим над кем? Городом, над Карфагеном. А что там с ним? А он у тебя, по-моему, до сих пор все пытается освободиться, как не может до конца. Сейчас мои карательные отряды выйдут туда. Зачем ты объединяешь корпорации? Чтобы меньше платить налогов. Аргумент.
другое пугает, чем нефть. Ну, я не в нефть. Если ты не заметил, что возле тебя строится, то извини. Медь. Что нам строится? Продуктовый рынок? А, аэропорт. Ну, надо же других попугать. Точнее, почему строится? Ты уж построил. Ну да, он один ход строится. Там хороший такой город. Ну да, неплохой. Да, тут Петра, Рурка, это, конечно, офигительно. Пока еще не хочу его использовать. У меня бонус почему-то идет от входящих торговых путей. В смысле, ну союзы тебе же дают бонус. Хотя... Промка? Ну, карточка. Плюс 2-2 у тебя стоит. Я думал, что он только в одну сторону работает. Вы друг друга бафаете, по-моему. Две промки, да, мне тоже дают. Интересно. Хотя у меня карточка вот эта сейчас не стоит. Ну, так у меня ну, стоит. Две пищи, две промки обеим городам. Типа достаточно одному поставить? Ну, видимо. Ну, нет, получается... А по 4, получается, должен давать, если вы друг другу в одинаковые города за них тяжки? Нет. Ну, сейчас проверим. Я через пару. Просто от моих караванов он получает, а от его караванов я получаю. Ну, если вот из двух городов, то есть из Цзюаня я кинул в Калиш, а он из Калиша в Цзюань, то у нас будет плюс 4-4 каждому, получается, так? Ну, там делится ну, отдельно на отходящий. Да, одного каравана 2-2, а другого 2-2. Ну, так, по идее, 4-4. Astronomy compels the soul to look upwards. And astronomy compels the soul... Мапучи, ты можешь сейчас своим скаутом походить рядом с Гарлемом? Сейчас посмотрю, он у меня вообще на автомате. Да, могу. Ну, убери его сейчас, с этой клетки. Сейчас. Вниз можно, да? Да. Нельзя на рифе строить идти. А я тут и здесь построю. 999 ходов. Серьезно? Не понимаю, что форты не открыл. Блин. Ну все, Дим, как ты нарвался. Кто там квест дает на поляка? Че, опять я-то? Украл меня. Чего я украл? Ученого. Вот, клетку украл у меня. Это не я. Карфагена. Это не я. Лес увел. Леса мои. Это ж это заповедник был, ёпта. Неправда. Ну, это не я, это не я. Чем? У меня ж с тобой мир не подписан, наверное, даже, да. Не, ну в этой эпохе как бы залюблен 1500, пожалуйста. За сожженный только. Сожженный люблен. Через 5 ходов будет 2000. Александр, ну я скоро готов буду. Очень скоро. Что-что? Очень скоро готов попилить Польшу. Я...
там танки, арта, все вместе. Так, танки, арта, все дела, Польша и как бы тоже готова. Будет скоро к защите. Ну, раз все готовы. Вы не готовы. Вы не готовы, да? Арчи, купи лучше пророка. Да мне проще будет убить его, чем покупать. Купи слона. И почему я его должен покупать? Они подъедут, я их раздавлю. Мне это проще как бы. Ну что значит, что он единственный? В ближайший город обратиться в эту веру через 200 с чем-то ходов. Ну это потому, что на тебя такое влияние. А обратятся, например, города китайцы, да, у тебя ноги быстрее все станет. Ну, понятно. Цивилизация обращена одна. Очень страшно стало что-то. Мне единственный город, который хочет обратиться, 94 хода. Но без миссионера все равно они никак сами не примут. Даже если тут все города в округе будут. Тут по 18 жителей в некоторых городах. Это да, это да. Если он не будет миссионеров вводить, то ничего не произойдет. Повел я миссионеров, короче, вам пацаны. Нет. Ну, ты к нам миссионеров, мы к тебе, танки с артиллерией. Все, честно бы. По-моему, все логично. Пацаны, я нашел чудо. Еще одно. Оно у меня, оказывается, вверху. А я тебя спрашивал, есть там, короче, чел, нет. Вон горой. Наверх. Наверх, что ли, которая? Че, я. Я так понимаю, что Whatever is contrary to nature is contrary to reason. Просто при And whatsoever is contrary to reason is absurd. Понял. Сейчас меня нормально слышно? Да. В общем, на севере я вижу какая-то дырка, и вокруг нее культура и наука. Это явно All the best romances bloom in the midst of a good siege. Ну, которая дает культурную науку Тинги, наверное. Короче, называться какая-нибудь чудесная дырка. Чудесная дырка. А как она называется? Я не знаю. Я такого не помню в оригинале чудо. Тинги. Цинги был в Риге. Ну разве это не Тинги, культура наука, да? По одному и в радиусе одной клетки. Ну, Тинги. Неужто бомбарды ускорили? Вот прям в химии вот так ученым. Где он тут? Claims that cannot be tested. Assertions in... И ПТ-команды строим против танков, будем в защиту играть. Я, кстати, срубил овец, построил рудник, и мне дали две веры от пантеона за рудник на бонусных ресурсах. О, тут можно этот строить. Здорово. Передача называлась «История успеха». Ну, я просто говорю, что если ты знаешь, классный пантеон, можно просто, если на овец прохукал, можно их собрать, построить рудники и получить две веры. Согласен. Где какие-то варвары? Если там, где не надо, варвары спамятся сколько угодно. Только мне надо рыцарем кого-нибудь убить, варваров нету. Че вы накопили на героический век, ребят? Ты у меня спер эти самые фаросский маяк и еще что-то. А как его получать, этот героический век? Знаешь, очки надо из темного века выйти в золотой.
А, так. Да. Не, я походу остаюсь в темном. В самом начале был не золотые, а сейчас наоборот одни темные идут. Я вот сейчас в темный хочу попасть. Темный век, война там. Зачем? Двойной опыт? Двойной опыт тоже неплохой вариант. Ну, то у нас промышленная эра будет. Ну, я хоть посмотрю, какие там карточки заодно. О, бустанули карточку, да? Colonial Taxes. Там вот на войну этот 100% опыта на минус 2 голды. А где посмотреть карточки, вот, за которые дают за века? Там тоже в цивилопедии. Не устаю напоминать о глобальной космической браузерной стратегии consolewar.ru. Игра в публичном бета-тесте, но там уже куча всего интересного. Если заглянете и решите зарегистрироваться, то не забудьте ввести словосочетание «Лёша Рептилоид». Получите лично от меня приятные бонусы для старта. consolewar.ru. А где конкретно целая песня? Что тут? Ну, карточки, карточки, социальный институт. А, нет, не социальный институт, а вот правительство, политический курс. Там ищи карточки темного века. Вот, политический курс темного века. И там для них вот написано, в какие века они существуют. Успех. Так, с Дарвилом, с Качечкой торгую. С Дарвилом и с Качечкой. Оливки и нефрит. Достраиваем, это не проблема. Юнит уникальный. Арчи, по-моему, то, что у тебя Сандра отобрал Оксфордский университет, это повод. Распилить Польшу. Напасть на Сандра. Смотрите, какие уже прекрасные инженеры даются. И какие прекрасные торговцы. Ну,
по культуре, наверное, вряд ли. Там кто-то идет на культурную победу? Вроде как нет. Ну, вообще, Сандро 4.62, и как раз ему там достанется. Религиозным. Прямо религии и культуры. Век находка. Не, ну, в принципе, если поставить этот самый Христос Искупитель... По-моему, культура вообще нереально умеет в данной ситуации. Такое бывает. Вопрос в другом, он там в электричестве. Давно похудел. Так, мне три капера, две верфи надо. Да ему уникальный юнит тоже желательно. В некоторых еще строится. Погоди, в электричестве думаешь? А я не вижу ни одной. Около масонкани уже построено. А, Сандра. Сандра, да. Да, есть. Нет, строю. Вместе строится еще. Ну там два рядом, одно построено, соседнее строится. Все, Карфаген сейчас отвалится, смотрите. Ну я в 2D только смотрю. Я в 2D только играю. Они говорят так же. Да, кстати, Карфаген отвалится. Я надеюсь. Ты его захватишь, поля? Не. Не, значит, следующим ходом вон чуть-чуть зелененького осталось. Банка надо. Сандра, зачем ты тащишь твоего пост? Ну, да. О, давайте тут мы как раз военный лагерь построим сейчас. Сколько я помню. Так, тут фабрика. Вообще фабрика уже действует. Давайте 7 провинций. Вообще я бы хотел, конечно, да, упасть в темные века. Отлично мне это получится. И после темных веков в героический надо будет усиленно. Так, я отправлял в Краков. Из Роттердама у меня к Персу бегает. Значит, надо из Маастрихта. Варваров. Ну, вообще варвары тут есть, кстати. А что я тогда? А, мне рыцарем надо. А сколько рыцарь стоит в покупке? 360. Давайте, наверное, купим. Чё уж. Скачечка с бимерком. Еще у меня уже все союзы второго уровня. Все 5 союзов второго уровня.
Хорошо, они просто дают, давайте посмотрим. Каждые 30 ходов вы получаете зрение технологии, которую ваш союзник уже изучил или ускорил ее изучение, а вы нет. Так, здесь. В религиозном. Плюс 10 к религиозной силе против религии игроков, не являющейся союзнической. Да, это вообще ничего не дает. Ну, здесь понятно, что... Тут бонус к очкам послов, которые с сюзереном. Плюс 15% производства при подготовке военных юнитов, если ваш союзник ведет войну. Ясно. Отправляли. Сандра, вот зачем ты ко мне шпиона посадил? Можно тебя спросить? Я хотел покачать. Это ж надо качать. А зачем к союзнику сажать? Что вот собрался делать? Самому слабому посадил? Я не понимаю, что это такое? К самому ближнему. Который в случае чего вернет из тюрьмы? Да. Ага, понятно. Или так не делается? Давай сейчас уберу его. Да, это минус, скорее все твои шпионы видны. Всем твоим союзникам. А-а-а. Блин, опять в нормальную перейду. Там уже рыцари стоят убивать его назад. Собрать, блин. И польские рыцари стоят забирать. Во где? А? Что? Чё? Где? Когда? Кто аппарата? Хочешь, что иллюстрируй, давай, ты же тебя убьют-то. Ну это мерзость, что ты делаешь? Мерзость. Сандра, отпусти его. Кого? Карфаген. Не могу, он мне так нравится. Ну который ход уже? Так, а чего я вижу всю карту? Внезапно увидел, что произошло. Союз, потому что ты засоюзился со мной, а я вижу всю карту. Там всю карту видишь. Что это? Союз второго уровня дает такую возможность? Ну, видимо, религиозный, посмотри. Военный союз. Военный союз дает. А с кем у тебя военный? Знаешь, с кем-то... Со мной. Ну, тут не написано, что военный союз... А, коллективная видимость, да. Извиняюсь. Второй Пожалуйста. Уровень военного этого дает коллективную видимость. Слушайте, давайте, может, мы убьем какую-то синюю Польшу. А чё Польшу? А чё сразу Польшу? Я голосую за, чтоб убить Стокгольм. Нет, не Стокгольм. Вавилон. Блин, Вавилон. Так мы убиваем. Ты как его собираешься Вавилон убить? Вавилон убить, конечно. Вот неплохой, ну, как линкорами? Ага. А есть? Ну, надо будет сделать. У Китайской Демократической Республики. У меня есть копираток. У нашего серьезного бородатого лидера есть копира? Линкоры или что-то еще? Что может доплыть? Линкор? Нет. Ну оно туда будет плыть, наверное, век, да? Я... У меня же маяк, почему? Блин. Да. Я возмущен, как я тут с эрами играю. Ну, с самого начала как-то все не задалось. Каппер за 10 ходов доплывает. Круто. Ну, 10 туда, 10 обратно, это 20. Я, ну, не стал рисковать. Только... Мы в один конец посылаем. Я бы не стал рисковать, отправляя. А что это за херня такая на 20 ходов? По саргадам в виде каких-то лодок на озере. Что это? Это улучшение лян.
Бернатор Лян, прокачка по правой ветке есть. Первая. Да, я ты тоже, видишь, под Тимооке. В Тимоок ее посади и сможешь это сделать. Понял. У тебя там классная будет. Как какие-то, например, в Балхе вообще шикарная там лодка. 5-1. Водный тюрьмы. Тимооком тоже, смотри, там два янтаря в озере, офигенно. А он только в озеро ставится, то или чего? Нет, он не ставится на побережье. Любую, ну, клетки побережья, соответственно, клетки озера, видимо, тоже считаются. Ну, на светлой с ней клетки, чё. It's one thing to surmise what happened, but we don't... Переход хода, ничего не слышно. Ну, да, ну, странная здесь игра. Нормальная игра. Подтормаживает. Угу. Не, просто при переходе хода очень что-то дофига инфы передается так, что забивает канал вообще. Ну, либо так. У меня был еще один лес, и я просто его не увидел, чтобы на дворец портала стрелять. О! Первый гигантский город так, в мире. А угля? У кого? Кряков? Ага. Двадцатка, что ли? Ага. У кого? У меня. У Арчи вроде было больше, не? Мне один ход до 20. Что, смотрел, у Арчи был больше город, но он полевый вырос. Итоги нормальная эра. Ой, ее херой взял какой-то. Делать сразу, да? Три другое там. Иди капает. Ну, ачивку дали. Вау. Не знаю. Плохо быть в нормальной эре, это такой фигня. Интересно, другие не смогли в золотой, или так же, как я, лоханулись, вот, набрали последнее очко. Да, я набрал последнее очко, но не ради золотого века, а просто я в темный хотел попасть. Я тоже хотел в темный, но, блин, случайно набрал. А зачем вам вот в темный век в это? А я в золотой все равно не попадал. Потому что потом в героически можно попасть. Во-первых, во-вторых, в темном веке есть карточки прикольные, а нормальные активы. Я понимаю, нет, зачем? Не, это я понимаю. А, вы не успевали в золотой? Так, как бы да. Я думал, вы специально стремились в темный. Ну, не просто. Ну, я когда понял, что не успеваю, я подумал, что нафиг. Ну, я не очень успевал, но потом мне насыпало просто кучу всяких ништяков. Но ты чудес сколько построил? 4. Ну, я бы даже двух для золотого. У меня был минус 20 не хватало до эпического этого века. Куча
А, я так понимаю, Мапуче собирается испанца захватывать, да? Нет. Нет. Какой испанец? Давно шотландец с 900 войсками. Блин. По-моему, было бы логично, у тебя там 1000, у испанца 300. Нет, ну может быть было бы и логично, но я как бы опасаюсь некоторых. Так договорись с шотландцем, да. Какая-нибудь дружба. И вперед. Ну вот тут вон вокруг Бандар Бруней, куча всадников, корпусов. Кстати, шотландец, хочешь дружбу? Да ладно. Нет. Нету никого. Такой вопрос. Зря такой вопрос. Не, ну а вдруг, знаешь? Ну так, на всякий случай. Да, чисто просто поинтересоваться. Вдруг ты пойдешь на испанца, я тебе такой херак и оборонительную, освободительную эту войну. Не, ну вдруг вы там захотите с Польшей повоевать. Не, Польша мой союзник, мне проще с ним дружить. Мне когда караваны по 30 галды там ходили. Вскормил, короче. Фига, тебе по 30, мне всего по 20. Слушай, ну вот у тебя... У меня устремление золотого века было, плюс 3. Поляк, у тебя тут, конечно, этот Калиш так странно территорию между мной и... китайцам выкупил, или ты сам ну это да, что-то. Это и к тому же Польша, по-моему, никуда не денется, она посередине, как бы она там не пыталась в этой игре выиграть, она умрет первой, если что. Так всегда. Apart from the sanitation, the medicine, education, wine, public order, roads, the fresh... Да, Димка? Ну, я думаю, что ты сейчас можешь подтвердить слова. Добьем до третьего уровня? Ну, я думаю, да. Ай, Генту. Кто? Не, ну это совсем наглость просто уже. А, ну это Грей, ну кто бы сомневался. Что там произошло? Убивают. Народно. Кто кого убивает, я не знаю. Люди убивают и убивают. Грей, чё ты отказался? Соглашайся, хорошее предложение. Ты вон ответь. Так мне некого отзывать. Ты убил всех. Ну отвечай, чё ты молчишь? Мне не на что отвечать, ты там что-то сделал? Я не знаю, у меня ничего нету. Да хватит посылать мне предупреждений.
Где ответ? Я тебя услышал, до свидания. Опять я ответ не получил, короче. А там нет ответа. Там должно быть, типа, согласиться, отказаться, нет разве? Нет. Ты просто предупреждаешь и все. Ладно, знаешь, я тебя просто предупреждаю. Я тебя последний раз предупреждаю. На этом ходу как бы последний, а на следующем еще 5 раз будет. Курите, дойду. Фу. Возвращается, а больше нет уже. Вон где варвары. Короче, те, кто по краям, что-то не хотят армию строить, да? По краям, да. Ну, я говорю, что испанец, что Грей, что-то армию не строит. Я хочу армию строить, я построю чуть-чуть. Хочу, но хочу. У Грея вообще там такая позиция за горкой, он сидит вообще. Там там по кайфу. Какой-то там горный перевал для китайца. Вот реально. Там можно оплыть, как бы, и со стороны Лавента нападать. Слушай, ну Грей, ну согласись, что эту спарду ты не в тему бахнул. И не мне не дал ничего. И итоге... Не, ну слушай, я без нее даже рыцаря не построил бы ни одного. А нафига тебе рыцарь, вот по-хорошему, если вот. Ну как ты нафига. С кем-то воюешь? Эврика, как бы, сам рыцарь. Это очки эпохи запостроены, ну куча всего уже. Оно, конечно, стоило такой войны. Война-то вообще изначально даже не из-за этого началась. Ну, а продолжалось, потому что ты там город поставил. Этот. Как бы мы с этим лагерем разобрались, и все. Так там еще Шутя... город. И... Бак с золотом так и сохранился, да? Вот у меня сейчас написано плюс 91 вход. У меня было там 0 голды, допустим. Мне сейчас 57 добавило, а не 91. Тебя, наверное, воруют. Он не отнимается, когда ворует. Отнимается. Вроде отнимается уже. Можно в ноль человека загнать все карты очень быстро. Да? Ага. Сюрприз, мадафака. Сюрприз. Пока. Так, а Рейна у меня где сидит? В Гааге. У меня здесь от коммерческих центров надо взять. Или за каждый иностранный. Ну там не ходят лучше за это. Мобилизацию ускорили, теперь отправляем в Лиссабон один и еще один, 3. Здорово. В Окленд бы еще отправлять, конечно, после. Так, здесь мы верфь купим. Археологический, я вот думаю. Нет, давайте художественный.
Полезные рыцари, конечно. 360 монет зря потратил. В очередной раз starts a war. Лагерь варварский достался просто так абсолютно. Так, водяную мельницу закончили. Медленно у меня тут растет город Роттердам. Но я вообще могу здесь построить фермы на самом деле. Так, что у меня тут с ресурсами? С Дарвином 16, с качечкой 14. Руинка! Но у меня все это есть. Всех одинаковые ресурсы вообще какой-то. Со всеми пробил. Союз.
скачечка, глянь. Торговля. Чё ж вас так манит в персию то всяких шпионов? Стандер мы продляем? Испанец спрашивает. Хорошо. Это уже это. Мало. Сумма. Ну, я вход больше получаю. Сейчас, когда карточка. Ну, это понятно, но. Ну, какой смысл мне отдавать шпиона, который может красть по 300 голды, по 200, по 300. За кто сумму. Там кому войну объявил? Это вы втроем, Арчи. Нет, Арчи кому-то объявил войну, а так как мы в союзе. Он объявил, Мапуту войну. Да. И мне объявил войну. Это мы в союзе. Мы в союзе просто с Мапуту, поэтому мы все Арчи объявили войну. Ага, понятно. Слушай, Сандра, почему я с тобой не могу союз заключить? Может, ты пытаешься заключить с ним тот союз, который у него уже заключен с кем-то. Один. Да, у меня вообще нет такой кнопочки. А, все, он просто не принял дружбу. Ах, он подлец, просто дружбу не принял. Так, давайте-ка мы... Не, надо в сталеварение выходить, а потом в химию. С броненосцем. В Испании нефти, конечно, просто офигеть. Не особо хочется. Сколько у меня? 50? Так, ну шотландцы воевать будут все? Или нет? Думаю, это сомнительно. Или меня радостно заберут и все. На этом. Так, а что, у тебя вроде приличная армия. Я не могу с ним воевать. Ну, не знаю, у него арта выносят юниты. Ну, отступай. У него арта с парашютиками, все сложно. В смысле, с воздушными шарами. Но он же с карты вынул, просел чуть-чуть. Можно его чуть-чуть пограбить, мне кажется, попытаться. Это не карты, это вот эти ваши союзы, блин, на всю карту. Половина ГГшек мне войну пообъявляла. Видишь, как плохо. Кстати, у него... А у тебя что, минус по голду? По голде, Арчи? Отправьте шпионов просто.
Кстати, вот этот Бруней колеблется, там он 14 всего. Может немножко подавить его, попробуем. И он упадет. Вот вы втроем можете кинуть туда этих и проводить операцию, попробуем. Вроде написано полная лояльность. Не, полная лояльность, но еще 14, видишь. Ну да, плюс кстати, 14. Губернатора выбить там вообще копейки останется. Губернатора выбить останется 6. Где вы количество видите? Восьмерку нажми и ну. Раскрой меню. А-а-а. Как ты мне сказали вначале, говорит, базовые навыки, как можно? Но я не раскрывал обычно. Так, давайте еще послов сначала отправим. Вот, к Махенджидару. Теперь просто одного посла, наверное, в Окленд, чтобы производство. Хотя здание районов, а тут просто культура идет. Наверное, на модул. Теперь можно менять. Блин, капец, у меня к моменту загрузки хода уже юниты валяются. Можно то раз, два, три считать, я думаю, он согласится. Или довольство взять. Давайте лучше довольство. Поляк, у тебя там Кри потихоньку религию разносит, только что в Гданьске ее разнес. Я его уже полностью поработил. В смысле, там и Гданьс, и Любинг, и Радом. Ну да, там все лучше, конечно. Ну, я понимаю, но я только что видел, что его юнит он принес, он миссионером или послом, я не видел. Принес счастье в городах, поляка. Перс, китаец остался и... Ишь, этот шотландец. Я убрал сюда юниты, появились варвары, и сейчас вот они придут мне Маастрихт. Я могу в трех городах грабить. Построить священное место. Если мне скинетесь по 1000 золота, я построю. Очень удачно. А давай ты нам скинешься по 1000 золота. Нет, да. Нету. Ну, стройте вы, если у вас есть место, где строить. Знаешь, мы как будто на разной карте играем, ты там отдельно. Ну, я понесу экономический ущерб, построив ненужный мне район. А когда ты проиграешь эту партию, ты какой ущерб понесешь? Ну, какая разница какая. Отличный. Религиозный, по-видимому. А когда вы проиграете эту партию, зажав 1000 золота, какой ущерб вы понесете? Зажав 1000 золота? Нет, так если скинуться по 1000, я тоже могу его построить. С удовольствием. Ну, ты построишь только в одном городе, да. А сколько у тебя веры, кстати, Леш? Немного. Можем согнаться на 500-ник. Понимаете, я тут даже в нападение не поиграешь, потому что я не могу ни аэродром. Больше волнует только у него нет. Науки дают. Сколько? Да, это серьезно. Видимо, он в обе гагбешки да, застал. Сказал китаец, отстающий всего на 14 науки.
Ну, отстающий. Я всю игру, кстати, отстаю, только сейчас нормально получилось. Я на 50 науки всю игру отстаю. Всю игру мы с Лешей отстаем. Науки у ученого просто. И все. Сандра сейчас взял ученого на плюс 4 к универам. Так, если что. Человек, да. Зараза. Зараза, почему именно я зараза? А в Вавилоне, кстати, 3 человека не видят Вавилон. Ну, я не вижу. Грустно. Ну, я правильно понимаю, что сейчас на карте 8 городов-государств осталось, так? Ну, вроде как 8. Ну, я просто вроде как всю карту вижу. Если там в море нету каких-то островов. Ну, живых. Не, 8. Ну, вот тут Карфаген отказывается падать. Да он все время падает. Все игру, 3 да? города захватили. 4 города захвачено. Два захватил Кри, один Арчи и один Грей. Между ходовку, как бы, ну, смысла не пытаться говорить, мне кажется. Ну что, ты загрузился? Я пока не стреляю. Сейчас, гружусь пока. Я... Да. Нет, еще не загрузился. Че, по отчету будем тогда? Ну, я не против. Посчитайте кто-нибудь. Раз, два, три. Жесть какая. Да. Просто пипец. Аквапарк, по-моему, дальше. Слушай, а вот это вот плюс 6, они получают от воздушных шаров, что ли? Типа разведка, перемещение изучает. Наверное, дипломатическая видимость. Ты тоже можешь дипломатическую видимость сделать, и там, по идее, меньше тебе будет бить. Перелистрируй почту. Я понял. Китаец, хочешь шоколад за моего шпиона? По-моему, хорошее предложение, надо соглашаться. Гадине. А чё ты хоть воровал? Деньги? Нет, ты вернешь все, что ты пытался украсть. 500 монет. Ну сколько? Нет. 500. Там у вас дохода. Я, ну, это по-божески, на самом деле. Я бы с двумя руками согласился бы за... Это... Зачем? У меня он не прокачанный, просто... Просто шпион. Ой, не знаю, не знаю. К сожалению... Ну, ты уже его не построишь просто. Ну да. Ну, пока у меня есть шпионы строить. Ну, что мне... Если у меня есть другие варианты.
А вот когда у меня будет нехватка шпионов, тогда может быть. Тем более, я думаю, что можно еще поймать шпиона китайского, например, обменяться тогда один на один. Я к тебе не садил. Поймаю другого, с ним обменяюсь. Все, давай. О, ну тогда тройной обменчик может быть, да. Had I been present at the creation, I would have given some useful hints for the better ordering of the... Артиллерии там, конечно, немерено. Воплин, во-первых. Может, литочки там? Махинный дару. Шесть корпусов арты, я вижу. Потенциальные 6 армий СИЗО, палящих через 5 дней. Нет, как они качаются с этой карточкой. Ну, классная карта. Посмотрим, что там происходит около, на их фронте. Вот качество, почему у меня не было голды. Почему? Потому что там дополнительные плюс 2 на содержание. Ну да. Ну, она сейчас появилась, да? Не, просто лень. Сандро, а ты не хочешь мне помочь? Я помочь. Перс, не поделишься? Ну, просто какое-нибудь название города скажи или что, вот для чего... Готовится то, что я вижу. Чё-то думал. А где? В Балхе, что ли? Да, да. Да это оборонительное. Там всего... Что это за пресс оборонительное? Оборонительные линкоры, это да. Ну а чё, нет? Пара армат оборонительных линкоров. Это оборонительное ядерное оружие. Ну кроме испанца вроде некого. Вавилон. Вавилон. Он так-то. У него, по-моему, нет, по Вавилону рядом. Не, флот он всегда полезен, как бы. Его нельзя атаковать суши нормально, он отличный урон наносит. При этом он строится быстрее, чем что-либо еще, потому что 100%. А в темном веке так каперов вообще там, по-моему, за 200% можно строить. Да, можно. Я построился чуть-чуть. Так, у меня на следующий год ход один город потеряю. Сандра, ну если ты хочешь проверить мощь арты, приходи. Я ее тут как раз прокачал уже. То, что надо. Тут понимаешь, какая ситуация, либо ты придешь к карте, либо она к тебе в конце концов, поэтому. Не, ну мне надо расширяться, мне 5 годов мало. Я смотрю, у вас там у всех по 6, по 7. А, ну так ты один забирай, нормально так. Не, ну я вот эти центральные заберу, нижние 2 спалю. Центральные это какие ты хочешь забрать? Ну вот, ПЛ, следующий за ним. Ну я разберусь. Ну, может, мы договоримся как? Договоримся?
Кстати, да. Можешь мне предложить? Ну, вообще, у Энта хотелось бы оставить. Ну, не, ну реально, как бы, а дальше уже... Что ты хочешь за то, чтобы оставить не у Энта? Послушай, тебе будет интересно с одним городом сидеть тут? Почему с одним? Или ты хочешь забрать, в смысле, ты имеешь в виду и столицу тоже? Ну, столицу в любом случае придется забирать, ее нельзя как бы спалить. Не, ну ты же сказал, ты возьмешь два города. Нет, ты неправильно понял, это города, которые я оставлю себе. Возьму-то я у тебя все города. Ну ладно, так. Не, я не сомневаюсь, что ты это сможешь сделать. Опасность. У тебя, Лёш, нет флота никакого? Ты ж там в войне. А сколько сила у арты сейчас? Какая сила? 80. 80. Нет, Сандра. 96. Ну, по две у меня прокачки, есть... 96. У меня есть флот, но у арчи же нету городов на море. Ну, там есть районы, парочка. Есть районы, у него там броненосец стоит. Ну, да, одинокий. Ну, разграбишь мне, Лёша, район, и я арту приведу к тебе. О, боже, это Арчи, ты такой опасный и страшный. Я вот просто, ты вот как это сказал, я вот сейчас просто на слабо тебя возьму, сейчас приду, тебя разграблю районы. Ты в каждой игре вот это делаешь, в каждой игре. А я на слабо приведу к тебе артиллерию. Да я верю. Не, Арчи, я в том-то и дело, что я знаю, что ты это сделаешь. Но тебе надо как-то менять вот этот стиль общения твой. Поэтому вот только ради этого. Думаешь, стоит? Время-то уже такое позднее. Какое позднее? Тут еще играть, играть и играть. Уже 20 ходов точно пройдет по 5 раз. А, стоп, я сейчас линкор же могу лапнуть. Подождем. Ну, ходи. У меня в линкор как раз... Что? А, это фрегат. Фрегат в линкор апается, да? Да. Истребители. Чего просто сидеть, повоюем? Конечно, намного сильнее, но... Так, Сандра, что это за иммигрант тут всю игру сидит? Где? Да, вот... Где Шанхай там? Он искал земли предков, но не нашел. Поэтому сейчас тут просто блокирует клетку. Очень нужный.
изучение технологий. Давайте попробуем. Почему вы отказались от Теслы? There are three things extremely hard. Готов? Ну пусть. Нет. Да, готов. Давай. Раз, два, три. Что-то китаец отказался от дружбы. Нет, от какой? Кто говорит? Пьерс. Пьерс. Она мне не пришла просто. А, вот пришла. Что происходит? А что происходит? Тут барабанит микрофон. Не знаю, может, я наушники снимал, одевал.
Я тут случайно религию основал. Не обращайте внимания. Кто посмел обратиться в другую религию города? Храбизм, красавчик. Сейчас пойдут конкистадор. Если бы ты раньше ее основал, у нас было бы еще одно. Ну, жалко. Правда, я так и не понял, почему себя считают это багом. Мне кажется, они так и задумали. Ну, может быть. A common mistake that people make when trying to design something completely foolproof is to underestimate the ingenuity of complete fools. Да, я тебе говорил, что не будешь ко мне шпионов сажать. Ну, я дал тебе шанс, понимаешь, если ты словишь, мы поменяемся. Сандра, как ты умудрился бомбарду на мою территорию поставить? Я не понял, а ты хочешь, чтобы у меня губернатора отсюда убрать из Утрехта? Не, я тырю эти деньги. Какие деньги? Он сидит в центре города. Ну, он только пришел туда. У нас только разве... приехал. Смотри. Вот. Оп. Видишь? Все. Странно. У них же 3 уровня у шпионов, так ведь. Все осталось. Загляните на Console Wars, ссылка в описании к этому ролику. А на этом пока все. По задумке продолжение должно появиться завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.